Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Спартак, и добро пожаловать на сервер Муншард. Что ж, мы продолжаем играть в Майнкрафт. Оу, зомби тоже решил сказать привет. Что ж, наконец-таки сервер работает, и теперь у нас с вами есть что делать. Теперь нам надо... Так, куда же я складывал кожу, не помню. Неважно. В общем, как я и обещал, в последующих сериях мы займемся тем, что переделаем мостик, сделаем его красивым и нормальным. Мы, возможно, начнем делать уже садик, вот, который я там хотел сделать. И пока что не знаю. В общем, метро еще не сделал, дом будем делать потом. Сейчас нужно снаружи как-то все это... Хотя бы мостик, в принципе, ну и дом тоже. Я думаю, что не сильно он горит. Ну, то, что там внутри, по крайней мере. Ну, а так, что ж, давайте приступим. Для начала мне надо кирку взять, пускай и железную. Скрафтить топор, пускай тоже железный. И, в принципе... Так, инструменты взял. Теперь надо будет еще скрафтить как-нибудь факелов потом. Теперь берем доски. Идем. Давайте. Я не знаю. Окей, давайте просто разваляем пока что. Затем сейчас придумаем. Ступеньки, я думаю, можно оставить. Ступеньки тут ничего особо нового не придумаешь. В принципе, ну а сам мостик обязательно надо как-нибудь-то переделать. Так, я планирую сделать мостик шириной в не 2, все-таки, а 3 блока, наверное, будет. Ну, получше, что ли. И здесь, наверное, надо траву запилить, потому что как-то, ну, некрасиво, что ли, получается. Что мост... Ну, тут такая дыреха. Класс, еще лопату, кстати, надо будет скрафтить. Я, блин, вот это сижу, как я не знаю кто. Без всяких лопат и, блин, не знаю, так смешно становится. Там топора нету, то, блин, кирки нету, ломается все. Ну что поделаешь, это Майнкрафт, да. Здесь и такое бывает. Я думаю, вот так и вот так и нормально. Окей, там потом заштопаем. Что теперь? Теперь надо скрафтить ступеньки еще немножко. Давайте разобьем это на доски пока что. Ступеньки. 40 штук. Ну, думаю, хватит. В принципе, должно хватить. В три. Да, вроде бы в три. В три будет неплохо. Окей, теперь, соответственно, нам надо... проложить непосредственно саму дорожку. Так, там два спрута резвятся. Надо вот это, кстати, не забывать. Блин, я когда делал метро, в общем, ну, я его еще не доделал, поэтому... Хотя, может, придется просто спуститься туда и показать. Показывать пока что не хочу, поскольку, ну, это недоделанная еще штука. Но, блин, в общем, надо было мне много черного красителя. Соответственно, надо было убивать спрутов. И, блин, я сделал специальную ферму спрутов, потому что в реке не мог найти этих спрутов. И что вы думаете? Как только я построил эту ферму спрутов, спруты очень даже так резко начали спауниться у меня здесь в реке. И, блин, ну, мне это просто вызвало, я не знаю, кучу просто эмоций, я не знаю,
причем не самых позитивных, потому что, ну, сами понимаете, что за ерунда такая. Блин, я тут, ё-моё, ферму уже делаю, потому что они не хотят у меня спавниться. А они вот такие вот плохие спруты, они, блин, паразиты начали спавниться у меня в реке, причем реки у меня здесь такие довольно большие, и я оббегал пару раз, их не было нигде. И потом, видите ли, они начали спавниться, причем где-то приблизительно здесь, либо вот в этом озере. Блин. Говорю, ну классно, здорово, все очень, но ё-моё, зачем так подло поступать? Ага, вот у меня палки остались, давайте на лопату все-таки. Мы накрафтим лопату, потому что без лопаты тяжко. И возьмем еще земли, потому что она нам сейчас пригодится. Так, давайте начнем с этой стороны, потому что здесь как-то более. Я придумал, как я уже это все делаю. Вот так, соответственно, вот так, и здесь можно выкопать. Здесь тоже, так, и теперь в эту сторону. Надо будет еще взять заборчик, ну или скрафтить, если его у меня нету, потому что я не помню, есть у меня этот заборчик, нету. Надо будет придумать. Так, и давайте здесь тогда еще так, и так. Хотя бы. Ну, уже более-менее. А, ну ладно, здесь же у нас не будет. А, теперь. Раз, два, три. И все. Поехали. Так. Сделаем такими бревнышками. Землю я потом, естественно, уберу. Зачем мне эта земля здесь? Оно некрасиво будет. Заборчик еще добавим, и должно получиться вполне себе неплохо. Теперь я думаю, что все-таки здесь я зря землю сразу поставил. Все-таки мостик должен как-то начинаться. Здесь, соответственно, тоже. И теперь давайте уже разваляем вот это что-то. Здесь, соответственно, точно так же. И пойдем за нашим забором. Такс. Здесь это бесполезно. Ну, а здесь пускай стоит. Надо будет что-то придумать, может быть, посерединке какую-то сейчас сделаем это, потому что как-то тоже не особо. О, блин, у нас были еще ступеньки, но офигеть. Не посмотрел. Ну ладно, здесь забора нету. Так, я сейчас, наверное, сделаю немножко потише. А, вот у меня здесь есть вот, погода, чтобы дождь не шумел. Теперь, ну давайте, наверное, все палки на это. Точнее, все доски на палки. Надо эти палки или надо доску? Ну, блин. Так. Прикольно будет, если сейчас не хватит. Или хватит впритык. Это, конечно, очень классный был расчет.
это здорово. Окей, так уже мостик хоть на что-то похож. Теперь еще сделать бы опору, наверное, вниз, да? Было бы вообще... Вообще хорошо. Эй, не рычи здесь. Эй, рычит он. О, эндермен. Заходи в гости, товарищ. Ага. И вот теперь вопрос, как вы организовать... Как вы организовать эту подпору? То ли из... Наверное, из... Все-таки... из досок. Ну, точнее, из древесины самой непосредственно. Итак, давайте посчитаем. У нас здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Прелестно. У нас еще и мостик в длину. Длину неровный мостик у нас. Придется, соответственно, два блока делать. 1, 2, 3. Вот четвертый. Соответственно, вот так, наверное. Надеюсь, оно выглядит красиво с первого раза, потому что нет, некрасиво. К тому же еще и не по центру. О боже, какой ужас. Ну, есть. А может, значит, все-таки без опоры будет. Потому что мостик небольшой, в принципе, ну и пускай будет без опоры. Действительно. Теперь необходимо сделать еще немножко. Класс. Пум, пум, пум. Немножко факелов себе сделаем. Факелов. И теперь главное их поставить так, чтобы они хорошо нам светили на мостике. Так. И... Получается 1, 2, 3 на четвертой, да? 1, 2, 3 на четвертой и на первой. Как-то мне не особо нравится то, что здесь крипи ходит, а то, что это стоит на траве, бля. Реально это странно выглядит. Ну ладно, если что, потом переделаем. Теперь. Что же теперь? Ну а теперь надо будет делать какие-то... Не знаю. Давайте, пока что у меня есть немного гравия. Уже готово. Здесь сделаем небольшую такую тропинку сюда, что ли. И... А, вон еще надо будет, кстати... портал опустить. Вот это я тоже хочу сегодня этим заняться. Ну, класс. Офигеть. Что это такое было? Факелы хоть расставим. Дальше. Ага, гравийная дорожка. Гравийная дорожка туда, и там портал опустить вниз. А гравия у меня-то немного. Так что... в принципе, я не знаю. Пока что так, так. Где паучок лазит? Где-то он долазит.
Да, вот он. Иди сюда. И молодец. Теперь здесь. Может, здесь. Не знаю. Когда занимаешься терраформингом, за симметрией, то главное не следить. Я уже так заметил по своему опыту, что чем больше ты пытаешься следить за симметрией, за тем, чтобы все было красиво и ровно, тем более ужасно и отвратительно оно получается. Хотя сейчас тоже не айс. Так, здесь трава. Сюда раз к тому пришли, елки. Теперь надо будет много гравия еще накопать. И сделать тропинку туда, сделать наш садик будущий. Придумать. Так, блин, только сейчас надо все-таки траву здесь положить, чтобы здесь вот травы была, не земли или грязи. И давайте спускаться туда, где есть гравий. Я точно знаю, что гравий есть под землей. Но значит, мы идем под землю, потому что нам нужен гравий. А вот и он. Собственно, персоной. Не так далеко пришлось спускаться. В принципе, я думал, придется больше, потому что, ну, я точно помню, недавно просто копался там внизу. Помню точно, что там был гравий. Но нам повезло, потому что гравий здесь и тут. Тут еще и уголь есть. Под этим самым гравием. Так, я думаю, сейчас покопаемся гравием. В принципе, на этом серию закончим. А следующий уже я начну. Будем уже, короче, отсюда выбираться, я думаю. По крайней мере, я так планирую. Не знаю, что получится. Но не думаю, что сильно придется отклоняться от графика. Но что-то я сегодня никакую тему еще не успел завести. Еще не разговаривался, так сказать. Поэтому, я не знаю, в следующей серии о чем-то поговорим уже. Не о самом Майнкрафте, не о том, что я делаю, а о чем-нибудь, я думаю, другом. В принципе, тема у меня есть много на обсуждение и так дальше. Просто как бы необходимо было с чего-то начать, и я... О боже. Ладно, окей. Успел. Класс, у нас есть еще одна такая стена. Вау. Я успел поставить факел на падающий блок. Вот это у меня скорость просто. О боже. Не успел. Точнее, кнопку не нажал. Короче. Здесь уже и нету. Класс. Снова поставил. Ну ладно, окей. Давайте тогда уже так просто допиливать. Хотя и лень. 4 блока высоту пилить, но все же. Все, есть здорово, здесь докопали, теперь здесь и закругляемся. Остальной гравий я докопаю уже сам, в принципе, но... А на этом пока что все, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки и всем пока.